Сегодня расскажу вам о способах выращивания огурцов на огороде. Если теплица позволяет, то это отличный способ вырастить прекрасный урожай в ней. Здесь вот у нас огурец-корнишон Пати. Посмотрите, какие хорошие огурчики. Если же места в теплице не так много, то можно посадить огурчик прямо в строительное ведро между грядками. Также может подойти любое корыто. Посмотрите-ка, здесь тоже уже есть урожай. Ну и обычный классический способ – семенами в грунт. Их, конечно, придется подождать подольше, но учитывая, что у нас есть в теплице, будет как раз смена тем огурчиком. Тут у нас сидит хрумка, мотылек, дружная семейка и Бетховен на двух грядочках. Скоро между ними появится конструкция шалаша, и огурчики будут по ней плестись. А длинноплодные у нас растут в теплице с краешку по соседству с остальными культурами.